Ой, ой, биолюминесценция. Вау! Что-то я, кажется, унюхала, что-то унюхала вкусное. Как кушать? О, господи, о нет, я просто умираю. Ребят, вот она, Минави, которую мы и искали. Всем привет, вы на канале Крошки Евы. Ребят, знаете, я сегодня пришла в одну очень-очень красивую игру. Думаю, вы о ней уже слышали, видели. По-моему, в нее играл Йошин на каком-то из стримов еще до своего второго канала. Насколько я помню, это, по-моему, даже год назад было. Ну, короче, так давно, что я случайно чисто про нее вспомнила, а вообще на самом деле даже не вспомнила, а мне про нее напомнили ребята в комментариях. Когда я показывала свой скин ребятам, то у меня вот это вот маленькое существо, которое мы назвали поползень или выползень, оно понравилось кому-то в комментариях, и кто-то, видимо, заметил и узнал его. Оказывается, ребят, его зовут не поползень, не выползень, а Минави. И он из этой игры. Давайте сейчас попробуем его найти. Я до сих пор сижу в менюшке, чтобы выбрать одно из существ. Как я понимаю, я буду за него играть, потому что, скорее всего, тут нет моих скинов. И смотрите, у нас есть брекиук какой-то. Летающее птичье существо, которое может исследовать и общаться легко. Но есть что-то супер красивое, что мне очень нравится, называется лисикос. Сильное травоядное, которое может защитить себя и сражаться с другими существами. Ребят, честно говоря, ну, я очень хочу вот это вот попробовать, потому что, ну, даже несмотря на то, что она травоядная, я больше люблю мясо, и не, тут вообще даже никакого отношения к веганам, не может быть никакой отсылки, просто мне оно понравилось, я его выбираю. Поехали. Ребята, тут можно одеться, господи, как же красиво, божечки. Так, слушайте, мне это уже напоминает игру, где мы Лани записывали русалок. Там тоже можно было очень переодеваться, много всего добавлять, менять любой цвет, размер вот этого всего. Так, давайте попробуем. Так, это у нас что? Яркость, да? А что я вообще делаю? Можно приблизить. Подушечки лап! Боже, ребята, у него есть подушечки лап, господи, какая ты милость. Все, точно такое оставляем. Ой, да вы посмотрите. Так, плавайте в течение 10 минут. А это что? Я хочу плавать в течение 10 минут. Ну ладно. Так, выкройка. Это что? Ух ты. Шипы. Шипы, где шипы? Не видно. Язык. Так, а язык, наверное, ему... А что-то меняется вообще? Вы видите что-то? Нет? О, другая поза. Ха! Приколдес какой. Что за вторичное покрытие? Ой, ой, биолюминесценция. Вау. Так, мне нужно... О, давайте когти ему тоже красиво сделаем. Давайте, наверное, вот, вот такие вот. Крутяк, ребят, вообще очень-очень красиво. Так, черный по-любому. Глаз должен светиться. Наверное, вот таким даже. Нет, давайте белым. А что за ученик? Что за ученик, мне вот интересно. Ладно, ребят, не очень пока что понятно. Я думаю, мы так пока что продолжим. Так, у нас женский пол, начинаем играть. Кажется, его не сохранил. Ну, я думаю, не страшно. А где все мои шипы? Вот это вот все, или типа я пока маленькая? Уйди, господи, как я ползаю, ребят. Так, а что это у нас такое? Тебе холодно, укрывайтесь, чтобы разогреться. Я же хладнокровная, кажется. Ой-ой-ой, уменьшает скорость ходьбы и бега. Минус 10% ваш желудок опорожняется плюс 10% быстрее. Ветряная буря! Остерегайтесь неба и укрыться. Ой-ой-ой, кажется, нам плохо. Надо было выбирать птицу. Так, давайте поплаваем. Ой, можно было попить воды. Подождите, как отсюда вылезти? Вот. Так, Е, чтобы пить. Да вы посмотрите. Ой, я полон. Я полон воды, короче, видимо, не надо мне больше пить. Обалдеть, ребята, да вы только гляньте на это. Так, а что это у нас, куда это ведет? И почему у меня такой хвост интересный тут? А еще у меня есть вообще, где у меня кислород? Кислород, вот это вот, наверное. Даже, честно говоря, не знаю. А может, я вообще подводный житель тут такой, могу даже не вылезать? Блин, а как прикольно, да вы только гляньте. А, смотрите, я еще маленькая, вот, возраст 7, я так понимаю, 7 месяцев, наверное. Ой,
Так, там вроде ясное небо. Ой, это что я сделала? Ой, я кого-то кусаю! Ничего себе. Ну, давайте, давайте найдем. Ну, мне, конечно, нужно покушать. А что я могу кушать, интересно? Ребята, это что-то очень сложная игра, мне кажется. Ну, очень красиво. Ой, прям вообще, какой кайф. Так, ребят, мы куда-то выползли. Еще не очень понимаю, что происходит. Не могу прыгать, кажется. Никого еще я даже не вижу. А я расту, у меня уже 12. Это что такое? Господи, это птица, у нее 3 головы. Куда она исчезла? Ну, елки-палки, ребята, мы ее профукали. Я, честно говоря, не знаю, куда я направляюсь, но мне кажется, надо найти еду. Ой, уже ночь. Ой, как я красиво свечусь, божечки, ребят. Это очень-очень-очень круто. Почему мы раньше в эту игру не играли? Я даже не представляю. А куда мы, интересно, идем? О, нет. А что будет, если я упаду? А как мне идти дальше? Ой-ой-ой. Как нехорошо-то все получается. А давай, давайте прыгнем. А, нельзя? А, я ползу вниз, да? А вверх я могу также ползти, интересно? Могу, ого. А-а-а, ребят, тут снизу еще мир. Я думала, это просто пропасть. Так, ну вообще-то мы пришли сюда найти моего поползня, выползня. И, короче, надо вот его искать. Я не знаю, как тут менять вот этих вот существ. И, кстати, мой товарищ даже не прыгает. Давайте ему придумаем имя. Я вот, честно говоря, у меня с именами не так хорошо, как у Ульяны, допустим. И сложно вообще вот так сходу что-то придумать. Давайте вы напишите что-нибудь в комментарии, какое-нибудь ему имя дадим. Потому что я боюсь, ему так грустно вот без имени ходить. Так что пишите, я почитаю, придумаем ему имя. Я думаю, тоже будет какой-то поползень, потому что он только ползать и умеет. Так, надо было, кажется, выбирать птицу. Так, а там что-то блестит, и я вот иду туда. Потому что что-то там интересное. А мне кажется, это просто вода. Ребят, почему никого нету? Где все? Алло, почему меня бросили? Я одна тут ползаю. Вообще какой-то кошмар. Да, кажется, тут ничего и не будет. А что мне есть? А как мне есть? Ага, ну, я поняла, что я могу так кушать. А вот что мне кушать? Ничего не понятно. О, ребят, я могу бегать. Божечки, как... Вот это вовремя просто произошло, вы не представляете. Я тут уже ползу вечность просто. Вау, как красиво. Кажется, это мой дом. Так, а выползти я могу вообще отсюда? Пожалуйста. Так, я попила. И клево. Так, мне надо выползти. О, спасибо. Что-то ничего не видно. Я голодна, нужно что-то срочно съесть. А что? А что мне есть? А я... А, ребят... Я же травоядная. А я ем? Нет, я, кажется, не ем. Блин, а. Скоро ты должен есть еду, используя клавишу H, чтобы запас ресурсов. Не очень понятно, что за H. Что это? Что-то я, кажется, унюхала. Что-то унюхала вкусное. Ага, вот тут что-то тут есть. Как красиво, боже мой, ребят, у меня аж мурашки. О-о-о, стоп. Чтобы выпить ее, а тут, чтобы поесть. А что я ем? Я что-то ем. Блин, а как красиво, боже мой. Так, я же не покушала, я должна поесть. Я выросла, ребят, божечки. Так, я до сих пор не поела, конечно, но я уже выросла. Так, ну что, погнали, ладно, не будем кушать. Ого, ого, а что, так можно было, да? Погнали искать кого-нибудь, мне нужно срочно кого-то найти и пообщаться, потому что я хочу найти своего поползня. Вау, ребят, как тут красиво. Обалдеть просто. Так, ну, я думаю, тут что-то должно быть на острове. Хотя бы хоть какая-нибудь еда. Слушайте, почему не могу поесть, непонятно. Ребят, я, кажется, очень голодная. Ой-ой-ой, я получаю урон из-за голода. Нет, пожалуйста, пожалуйста, мой хорошенький, покушай. Как кушать? Как кушать? О, господи, о, нет, я просто умираю, у меня пепперони тут какое-то, о, господи. Так, ладно, заходим в меню. В меню через 10 секунд мы попадем. Так, ребят, мы нашли меню. Покупайте существ. А ну-ка, давайте посмотрим, может, у меня тут есть... Божечки, вау, как много их. Давайте искать...
мою вот эту вот штуку поползня. Так, ребят, кажется, мы сейчас купим какого-то питомца. Я тут погуляла по серверу, где можно обменять их, еще что-то. Короче, так, нажимайте на меня, чтобы вращаться. Давайте. А ну-ка, 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 пожалуйста, давайте кого-нибудь, кто у нас тут. И это... Боже мой, какой симпатюля. Так, а я могу еще? Еще хочу. Можно, пожалуйста? Ребят, просто так. Угу. Нужно два больше видов, чтобы разблокировать хищников. Ой, ну ладно. Так, давайте посмотрим, что у нас тогда... Вот он, кажется. Скорость падения. Господи, какой тут перевод. Так, ребят, вот он у нас. Вот такой вот получился, попался товарищ. Тоже хищник. Особенно наслаждается темными областями, такими как глубоководные пещеры, наземные пещеры или ночное время в целом. Эти животные спят, когда они хотят, и едят все, что они хотят. У них сильные желудки, что делает их способными потреблять гнилые туши. Слушайте, это очень круто, потому что в прошлый раз я не нашла, как вообще попробовать что-то съесть. Давайте попробуем поиграть за него, что ли. Так, я даже, наверное, его перекрашивать не буду, потому что он очень красивый, мне все нравится. Господи, я такая махенькая, мне так нравится. Слушайте, это очень прикольно. Так, где что я могу поесть? О, я научилась сидеть, вау! Так, этот товарищ тоже не умеет прыгать. О, это еда? Это еда? Пожалуйста. О, это еда! Ребят, обалдеть! Вот это круто, мне кажется, с этим товарищем уже везет. Смотрите, какая клевая фигня. О, я хожу по воде. Ого, вот это круто. Так, я собиралась вообще-то найти кого-нибудь... Кого-нибудь хотя бы, вообще, не важно кого. Вообще, мы пришли сюда за поползнем, но чувствую его не так... Быстро найти, смотрите, там кто-то есть. Что это у нас тут такое? А ну-ка, давайте глянем. Что-то красивое, вау. Обалдеть. Вы только на него гляньте. Два вызовите, чтобы быстро создать пакет. Не очень понимаю, что надо сделать... Боже мой, вы посмотрите на него, какой же он клевый. Интересно, я могу его куснуть или лучше не надо? А ну-ка, давайте попробуем. О, куснула, куснула, прости, я не хотела. Я не знала, что я тебе сделаю больно, я думала, не знаю, что я думала. А, сейчас меня будут кусать, кажется. О, меня реально куснули, ребят. Ой-ой-ой. Так, я не хочу, я хочу дружить, не надо, не надо. Пожалуйста, не ешь меня. Меня съели? Меня съели, ребят! Вот это... Да, конечно. Так, ладно, ребят, мы вернулись за вот этого товарища. Нужно срочно-срочно поесть. Я не знаю, как есть, что есть. Так, нажимаем H, идем туда. Нам показывают, что что-то тут можно слопать. Я не знаю, мы потеряли только что одного нашего бойца. Вот. И остался только этот товарищ. Так, а куда есть? Куда кушать? Давайте, я не знаю, могу только пить. Блин, а! Ну что ж такое-то, а? Почему все так нехорошо? У меня тут пепперони уже лежат из-за того, что я тут погибаю. Боже, помогите, как кушать? Ты хищник, вы охотитесь на других игроков, едите туши, чтобы выжить. Так а где эти другие игроки? Блин, а! Что? Ребят, о нет. Кажется, я только что убила второе свое существо. Что-то мне кажется, что игра это не для меня. О боже мой, что-то обидно. И у нас есть 30 грибочков. И у нас... О, смотрите, тут еще тоже можно кого-то купить. Ребят, вот она, Минави, которую мы искали. О боже, нужно 100 грибов. Так, хорошо, давайте возьмем, купим грибы. 100, да? У меня есть 30, отлично, берем. Так, существа. Вот она, Минави. Да, да, блин, да, да, давайте возьмем. Так, заблокировано 3 минуты. Чего? О боже мой, ребят. У меня получилось добавить моего поползня. Посмотрите на него. Какой же он здоровский. Давайте поиграем за него. Но у меня тут написано:
вы не владеете этим видом. Если этот персонаж умрет, он исчезнет, пока вы его не оживите. Так что, ребят, играем максимально аккуратно. Если вдруг я смотрю, что у меня не получается кушать, мы заканчиваем игру. Я заканчиваю видео, читаю ваши комментарии, вы мне объясняете, как, блин, их кормить. Потому что что-то у меня не получается. Вот можно даже увидеть, что у меня тут двое уже погибли. Ну, так вот, давайте попробуем. Ой, его же можно покрасить. Ой, мне кажется, он и так очень здоровский. Давайте только подушечки пальцев, лап, где они? А, и нету их, и ладно. Или что-то только что блестело. А, это хвост. Давайте, я не знаю. Ух ты, прикольно. Давайте вот такие вот сделаем. Можно прямо его сохранить. И поехали играть. Господи, такое солнышко. А почему? Стоп, я уже выросла. У меня только что было 2 грибочка, теперь 3. Обалдеть. Ой, такой тыгыдык. Ой, ребят, знаете, у меня такое вот сейчас... Ой, смотрите, как я ем. Ам. Я просто не верю своим глазам, что я достала вот это вот свое существо, которое называю я поползнем. Так, что-то у нас тут... Ух ты. Давайте пойдем туда, посмотрим, что у нас тут есть. Что можно слопать. Это же нямки! Нямки, ням. Мы кушаем? Я не знаю, да... Ух, ребят, я поела. Ра, 82, чего? 82 года? Что это такое вообще? Слушайте, а я могу еще поесть? Ребят, не пишите в комментарии ничего. Я поняла, что мне нужно было держать Е, а не нажимать. Блин, капец, я из-за этого потеряла одного своего существа. Господи, какой кошмар. Слушайте, мне прям аж обидно за него очень-очень. Так, ну чё, у нас тут пока что этот товарищ живой. Тыгыдыкает отлично. Очень довольный. Вот бежим встречать рассвет. Вау, какое поле. Да вы просто гляньте. Обалдеть, здесь красиво. Так, и как я понимаю, мне нужно попить воды. Давайте посмотрим, как он будет это делать. Я полностью выросла. Так, теперь я... Что? Я не успела дочитать, ребят. Ну и что мне делать? Ты всеядный, можно есть кусты или туши. Вот это мне нравится. Так, честно говоря, не успела посмотреть, что там было. Придется вот уже тогда на монтаже читать. Все равно я вам сейчас ничего не расскажу и не объясню, что там было написано. И что мне дает то, что я выросла. Но знаете, мне это понравилось, только я не могу понять, почему я пить не могу. Давайте, может как-то вот так. Как попить? Видимо, на синенькую вот эту вот штуку надо идти. Так, ой, и забредем куда-то не туда. Так, ребят, кажется, теперь другая проблема. Мне нужно попить. Блин, а вот это вот очень плохо, конечно. Я думаю, я не очень хочу расставаться с этим товарищем, потому что мы его купили за робуксы, тем более. Так, давайте... Ой, я устала, кажется, я очень устала. Давайте посмотрим, что у нас тут. Где, может быть, есть, куда мы можем добраться. Так, это поесть, да? О, ветряная буря, остерегайтесь неба и укрывайтесь. Так, вот, можно выпить. Ура, ребят, я нашла воду. Это здорово. Тогда все получается, все отлично. Нет, не отлично, о боже мой, у нас торнадо. А что делать? Можно, наверное, сидеть под водой. Знаете, это мне напоминает какие-то жуткие вот эти вот выживания. Воздух стал тяжелым, и погода стала опасной. Ребят, пока у нас буря, я думаю, я посижу здесь. А вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока!